В студии Анастасии Конникова. Здравствуйте. В Старооскол возвращается хорошая погода. По данным гидрометцентра, в пятницу 5 августа облачно. Утром около 22 градусов тепла. В первой половине дня синоптики обещают небольшой дождь. В обед столбики термометров покажут 27 выше 0. К вечеру прогнозируют ясное небо, из-за облаков покажется луна. Магнитное поле спокойное, атмосферное давление чуть выше нормы. 749-750 миллиметров ртутного столба.